Доброго хорошего всем дня моим подписчикам и просто гостям. Сегодня мы с вами на канале Вязание крючком с Ольгой Головатой. Также у меня есть еще один канал, параллельный этому, который я посвятила вязанию спицами. Приглашаю вас заглянуть и на тот канал. Ссылочку вы найдете в описании под этим же видео. Сегодня я хочу предложить вам связать очень интересный, необычный узор. Исполняется узор очень просто. В этом узоре в его рапорте один ряд и одна арочка, одно колечко. В процессе вязания вы убедитесь в том, как просто вяжется этот узор. Этот узор может смотреться интересно во многом. Больше всего я его вижу в каких-то отделках. К примеру, манжеты, подолы, или же купоны к скатертям, или же можно связать шарф, вот такой вот необычный, или палантин. Все будет зависеть от того, какую пряжу вы подберете под этот узор. Я же связала этот узор из пряжи Гарус турецкого производства. И крючком фирмы Тулип японского производства номером 1.25 это размер крючка в миллиметрах. Ну что ж, давайте мы свяжем этот узор, а вы разберетесь, где он вам понадобится. Для работы мы возьмем ту же пряжу и тот же крючок, о котором я вам говорила, это 1.25 размер головки крючка. Набираем первую петельку, затягиваем хорошо узелок и вяжем восемь воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Теперь три накида на крючок. Возвращаемся в первую петельку. И провязываем столбик с тремя накидами. Две петельки соединяем вместе. Теперь воздушная петля. Заходим под колечко, вяжем столбик без накида. Теперь три воздушные петли. Возвращаемся в столбик без накида, захватывая две душки. Провязываем соединительный столбик. Снова под колечко вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли. Возвращаемся в столбик без накида, захватываем две душки, вяжем соединительный столбик, и мы снова закрыли пико. Следующий столбик без накида: снова 3 воздушные петли. Вернулись в столбик без накида, захватили две душки, связали соединительный столбик. У нас есть уже три пико. Вяжем четвертое. Теперь пятое. И шестое пико провязываем под это колечко. Теперь сюда же мы вяжем столбик без накида, воздушная петля и разворачиваясь. По следующую половину колечка мы вяжем 11 столбиков без накида. Раз два, три. Хвостик начала нашей ниточки мы укладываем по цепочке и одновременно она у нас прячется. Четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, 10 и 11. Воздушная петля. И перед пико у нас есть столбик без накида. Мы в него входим, провязываем столбик без накида. Мы связали с вами первый раппорт. Вяжем теперь следующий рапорт. Мы снова набираем цепочку из 8 воздушных петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 3 накида на крючок. Возвращаемся по цепочке. Одну петельку пропускаем во вторую со следующей петельки. Вяжем столбик с тремя накидами. 2 петельки. Соединяем в одну, получается колечко. Теперь под первую половину колечка мы опять вяжем 6 пиков. Вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли и возвращаясь в этот столбик, захватывая две душки, вяжем соединительный столбик, следующий столбик без накида снова 3 воздушные петли. Вернулись, провязали соединительный столбик. Следующий столбик без накида. Три воздушные петли. Вернулись в столбик, подхватили две душки, связали соединительный столбик. Уже есть три пико. Теперь четвертая. пятое и шестое под первую половину колечка вот таких вот шесть пико у нас должно быть под первую половину колечка. Теперь отсюда мы вяжем воздушную петлю. Крючком мы заходим в вершинку предыдущего колечка с изнаночной стороны. Вот еще раз показываю. Завели крючок с изнаночной стороны в вершинку предыдущего колечка и вяжем столбик без накида. Теперь воздушная петля и под вторую половину колечка вяжем 11 столбиков без накида. воздушная петля и опять соединили колечко с первой петлей столбиком без накида и у нас появился уже второй раппорт давайте свяжем еще третий мы снова набираем цепочку из 8 воздушных петель 1 2 3 4 5 шесть, семь и восемь. Три накида на крючок. От начала цепочки во вторую петельку вяжем столбик с тремя накидами. Связали. Соединили две петельки вместе. Воздушная петля. И вяжем 6 пико под первую половину колечка. Связано 6 пико. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Теперь сюда же, под эту же половинку, мы вяжем еще столбик без накида. Воздушная петля. И опять крючком, заходя с изнаночной стороны в вершинку предыдущего колечка, вяжем столбик без накида, воздушная петля и перешли под вторую половину нашего колечка. Вяжем Одиннадцать столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и одиннадцать. Воздушная петля и замыкаем колечко столбиком без накида с первой петлей. И вот у нас уже есть связано три рапорта. Теперь переходим на второй ряд. Я думаю, что этих три рапорта нам будет достаточно. Отсюда подхватываем петельку и вяжем девять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь и девять связали, разворачиваем вязание и в шестой столбик, а это значит, что посередине вот этой половинки мы провязываем столбик без накида и вяжем снова 9 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять и перешли к следующему колечку снова посерединке связали столбик без накида и снова раз два три четыре пять шесть семь восемь и девять и опять посерединке мы связали столбик без накида. И в конце мы вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре и пять. Делаем три накида на крючок. И из угловой петельки провязываем столбик с тремя накидами. И мы с вами связали второй ряд. У нас вторым рядом закрепились наши колечки между собой. А теперь вяжем третий ряд. В принципе, мы будем сейчас повторять те же колечки. Вяжем отсюда воздушную петлю. Разворачиваем вязание в первую петельку. Снова провязываем столбик без накида. У нас получился разворот. И вяжем 8 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 и 8 3 накида на крючок по цепочке во вторую петельку входим вяжем столбик с тремя накидами воздушная петля и теперь под первую половину этого колечка, под нижнюю дужку, если смотреть по направлению узора, вяжем пико. Столбик без накида. Раз, два, три воздушные петли. И замыкаем пико. Опять столбик без накида. Три воздушные петли. И замыкаем пико. Следующий столбик без накида. Раз, два, три. Замыкаем пико. Теперь вяжем четвертый. Пятый. И шестой. Еще сюда же. Один столбик без накида, воздушная петля. Теперь с изнаночной стороны входим в эту нашу угловую петельку, разворотную и провязываем столбик без накида воздушная петля и вяжем под верхнюю дужку по узору получается 11 столбиков без накида связали воздушная петля заходим перед пико столбик без накида входим крючком и подхватывая наше вязание мы присоединяем наше колечко к вот вот этой вот цепочке входим еще крючком под цепочку и теперь провязываем вместе и закрепляем столбик без накида получилось что наше колечко присоединилось к цепочке второго ряда давайте попробуем еще раз вяжем опять восемь воздушных петель раз два 3, 4, 5, 6, 7 и 8, 3 накида на крючок. Во вторую петельку по цепочке вяжем столбик с тремя накидами. Воздушная петля теперь под нижнюю душку колечка вяжем 6 пеко. еще один столбик без накида воздушная петля теперь мы крючком входим предыдущее колечко в его вершинку с изнаночной стороны провязываем столбик без накида воздушная петля и теперь под верхнюю душку вяжем 11 столбиков без накида связали воздушная петля заходим в первую петельку перед пико у нас здесь вот столбик без накида вошли крючком одновременно мы подхватили следующую цепочку подхватываем ниточку протягиваем ее через наш столбик без накида у нас получается две петельки и провязываем их вместе мы присоединили следующий раппорт и вяжем третий последний раппорт раз два три четыре пять шесть семь и восемь три накида на крючок Связали столбик с тремя накидами воздушная петля. Теперь под нижнюю душку вяжем шесть пеко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь вяжем еще столбик без накида, воздушная петля и опять в вершинку предыдущего колечка ввели крючок с изнаночной стороны и связали столбик без накида, воздушная петля и переходим, вяжем. Раз, два, три, четыре пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать столбиков без накида. Воздушная петля. Теперь вошли крючком в первый столбик. Подхватываем вязание. У нас последняя наша цепочка угловая. Ходим под нее крючком, протягиваем сквозь цепочку и столбик. У нас получилось две петельки и провязали еще раз столбик без накида. И мы с вами связали уже первый ряд второго раппорта. И второй ряд вяжется точно так же. Вяжем 9 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. Развернули вязание по серединке связали столбик без накида. Снова раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. По серединке следующего колечка снова связали столбик без накида. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. И посерединке следующего колечка снова связали столбик без накида, и последняя арочка угловая. У нас вяжется 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь делаем три накида на крючок и с уголка вяжем столбик с тремя накидами. Теперь воздушная петля. Развернули вязание. В первую же петельку связали столбик без накида. И начинаем повторять ряд, так как мы уже повторяли с вами во втором рапорте. У нас снова вяжется колечко. Обвязывается это колечко. И последний уголочек, когда мы делаем вот это вот колечко, мы цепляем еще вот эту цепочку. Следующее колечко, цепляем эту цепочку и третье колечко угловую цепочку. Очень простенько вяжется узор. Сейчас у меня в руках этот образец по направлению вязания. У нас пико смотрят вниз. Он смотрится и так хорошо, и если брать его в обратную сторону, тоже будет смотреться интересно, когда у нас пико вверх. Ну, в зависимости, что мы вяжем и как нам нужно, чтобы ложились эти колечка. Обратите внимание, что эти колечка у нас ярусные, они накладываются друг на дружку. Это его лицевая сторона, и вот так вот выглядит у нас изнаночная сторона. Вот здесь вот, вот эту вот цепочку видно только лишь частично. Ну что ж, думаю, что узор вам понравился. Легкий, необычный и интересный. Жду ваши комментарии, жду ваши пальчики вверх. А я буду с вами сегодня прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.